Артём, а ты что, уроки делаешь? Да. Уже поздно, надо спать ложиться. Урок ночью никто не делает, нужно ложиться спать. А я шо, мама? Иван, я Тёме сказала, чтобы вы уже ложились спать. Артём, закрывай свою тетрадку. Я уже везде выключаю свет. Вот тебе Мишка. Он будет спать рядышком с тобой. И куколка. Все, ты лежи, успокаивайся, а я тебе молочко принесу, хорошо? Вот тебе сказка, Ваня. Садись возле Лирочки и читай ей сказки. Жили-были бабушка и дедушка. Горячее молоко нужно перелить, пускай остынет. Пока молоко остывает, я пойду лицо кремом намажу. Молоко вроде бы остыло. Пойду-ка я Лерочке дам. Что это такое? Тёма, Ваня, подойдите сюда, пожалуйста. Вот посмотрите, что вы сделали и зачем вы накидали сюда столько шерсти? Что это такое? Это не мы сделали. Ну а кто же это мог сделать? Ну не я же это. И не Лера. Сейчас пойду еще одно молоко налью. Что это такое? Мама, это же может быть Cartoon Cat. Cartoon Cat? А как он у нас оказался? Cartoon Cat может увеличивать свои размеры и уменьшать. Так что же это получается? Что он был у вас в доме? Лера, ты его видела? Как? Да. Может, просто ему молока дать? Или сосисками накормить? Мама, он очень опасный. Я всегда хотела дома котика завести. Может быть, пускай он дома у нас останется? Нет, мама.